будьте с книжками поаккуратнее и верните ровно через неделю. Хорошо, через неделю. Ой. Добрый вечер. Добрый вечер. Зубок, а ты что, собрался почитать? Молодец. Нет, нет, Игнат, мы просто это, в библиотеку играем. Я библиотекарь, а Зубок, он читатель. Я взял книжки и... И что? Ну что, как будто бы я их читаю неделю. И как будто бы неделя прошла. И как будто бы я опять пришел в библиотеку их сдавать, вот. Это, по-моему, какая-то не очень интересная игра. А давайте поиграем в живую библиотеку. Ой. Игра заключается вот в чем. Мы выбираем одного водящего, и он исполнит роль книги. И что же дальше нужно делать? Давайте для начала выберем водящего, то есть книгу. Я хочу! Ну ладно, ладно, Шунечка, я тебе уступаю. Спасибо тебе, Зубочек! Итак, Шуня, ты теперь книга. Поворачивайся к нам спиной. А мы Зубком должны угадать, что ты за книга. А как же мы это угадаем? А Шуня прочитает нам из этой книги какую-нибудь строчку. Поняла, Шуня? Для начала ты должна определить, что ты за книга. Потом ты должна загадать нам строчку из книги, по которой мы сможем тебя узнать. Понятно. Тогда начинаем игру. Зубок. Прочитать? Хорошо. Мы пришли в библиотеку, чтобы почитать. Что за книга нас встречает? Мы хотим узнать. Уважаемая книга, можно вас побеспокоить? Пожалуйста, пожалуйста, побеспокойте. Что-то нам совсем не видно вашего названия. Будьте так добры, прочтите нам хотя бы строчку из себя. Пожалуйста. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. О-о, это книга, ну как-то, ну а я знаю. Ну... Про это, про посуду, про самовары всякие. Ну, а называется-то как? Ну, это... ну, как же ее звали-то? Фёкла? Нет, ну там еще тараканы, кажется, были. Ну, нет, ну это никуда не годится. И этот читатель название моего не помнит. Да я помню, помню, эти блюдца. Ну, что блюдца? Ну, там блюдца были, ну? Они... Выручай меня, Игнат! А ты называешься Федорино Горе. Так, а кто меня написал? Корней Иванович Чуковский. Ура! Меня вспомнили! Игнат, ты выиграл? Ну, значит, теперь я водящий. И я превращаюсь в книгу. Эх, а я ведь помнил что-то. Зубок, не переживай. Может, тебе со следующей книжкой повезет? Я готов. И мы готовы. Мы пришли в библиотеку, чтобы почитать. Что за книжка нас встречает? Мы хотим узнать. Угу. Я, да? Да. Уважаемая книга, давайте познакомимся. Прочтите что-нибудь. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве... Жил-был славный царь Дадон. Это книжка «Сказка о золотом петушке». Автор Александр Сергеевич Пушкин. Молодец, Шуня. А ты, Зубок, разве меня не узнал? Узнать-то я узнал. Но я слышал что-то знакомое. Ну, значит, выиграла Шуня. И она снова вводит. Ура! Если бы я знал, что мы в такую игру будем играть, я бы повторил, полистал бы. А откуда ты узнаешь, какие книжки загадает водящий? И какие книжки нужно повторить и полистать? Так ведь я бы разные полистал. Так в этом-то и прелесть этой игры, что заранее не узнаешь, какую книжку загадает водящий. А единственный способ выиграть какой? Больше читать. Правильно, Шуня. Больше читать, внимательнее читать и запоминать то, что понравилось. А можно я разок побуду книгой? Мне так хочется. Ну, давай попробуем. Угу. Только сначала с ребятами попрощаемся. Угу. Ладно. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего доброго, друзья. Ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже
ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи.